прощание с Жориком. Скоро забирает его. Ну что ты там? Ну что, попрощалась с Жориком? Теперь так, чтобы ничего не забыть. Ну, Жорик. А Жорику чемодан собрали? Сумку хотя бы хоть. Ну что, Жорик уезжает, все же, Маша увозит Жорика, мы будем плакать сейчас, когда он уедет, слезки будем лить. Ну кто-то вздохнет, конечно, Лерокчик наш, пойду-ка гляну, отойди-ка, где там наш Лерок, увидим слезы радости на его личике. Марсик, ну что, вы уже попрощались с Жориком? Лерочек, Жорик уезжает, забирает его в Краснодар. Ты грустишь, да, Лерок? Я вижу, у тебя грусть, а в душе радуешься, скажешь, ну, одним нахлебником меньше. Хоть драться на меня будут кидаться. Марсик, что ты хочешь сказать? Ну, да что это такое? Ты ж никогда не лаял. Марсик, это он так, видишь, как возбужден от того, что Жорик уезжает. А Лерок все это воспринимает тихо, спокойно, хладнокровно. А Марсик проявляет эмоции. Ну, пойдем. Пойдем собираться. Жорику там уже чемодан собирают. Заберут скоро. А ты, Марсенчик, грустишь или радуешься? Конечно, где ты грустишь, а где ты радуешься, скажешь. Ну, теперь вся слава мне достанется. Да? Марсенчик. Ну, давай, целуй Жорика. Обнимай. Все, уже машину прогревает. Сейчас заберут. И поедет Жоржик наш на Краснодар. Платочки туда. Давай я тебе приеду, пришлю смс-ку. Да. Это шви. Марсенчик, ну что, будем с тобой вдвоем куковать, да, Марсенчик? Будем опять ходить в сад вдвоем. Да, Марсенчик? Ну что, он-то будет приезжать. Ну, раз в месяц как минимум будет приезжать. Да. Ну что, он уже там, в машине-то. Жоржик. Принеси платочек мне. Какой? Ну, слезы вытирайте. Здоровый. Марсику и Лирику. Жорик, ну пока. Пока, Жоржик. Вон, смотри, Марсик. Свиданькается. И ветер поднялся как раз. Ну что, поедет Жоржик. Проводим. Мира тоже сказала пока Жоржику. Сейчас я подойду, сейчас, секундочку. Жоржик. Ну, сейчас. Ты ж не выпрыгни, пристегнись ремнем, Жорик. Сейчас. Пристегните сейчас его для безопасности. Скоро. Так, Марсенчик, бегом. Уходи отсюда. Давай, иди сюда. Иди, Марсик. Марсик. Все. Отходи на безопасное расстояние. Машина поедет назад. Да вот, Марсик, иди сюда. Марсик, иди сюда. Давайте быстрее, мне там курица ждет. Открывай ворота. Марсик, иди сюда. Иди сюда. Забирай. Это был фильм «Грустное прощание», теперь «Веселое прощание». Ну, он сейчас где-то в душе, Лерок-то. Марсик, иди сюда. Лерок, он сидит, блин. Радуется. Выглядывает. Лирик, выходи. Ай, поехал Жоржик на Краснодар. Марсенчик, ну,
пошел. Грустный Марсик. О, пока-пока. Так все закрываешь. Ага. Что снимать? Самое главное сейчас. Сейчас машина заглохнет и не уедет, Жорик. И все. И Лирик скажет, ну блин, сорвалось. Все, Марсюнчик, поехал Жоржик. Сейчас, секундочку. Лирочек. Ну, все, уехал Жоржик. Пойдем, Марсюнчик. Не, ну ты сразу в дом, подожди. Нет, не сразу. Марсик. Ну что? Марсюнчик, не? Мира. Мира. Он тебя понюхает просто. Вот он тебе показывает. Он тебе показывает, где он живет. Марсюнчик, ты рад? Жорик уехал, и мы уже тут сразу. Марсик. Играет. Аккуратно, не обидь малышку. Марсюнчик. Все. Такая Мира. Я пока тебя закрою. Не сразу. Марсюнчик. Ну что ты? Ты теперь пошел миски обнюхать. Нельзя маленьких обижать. А то ты поешь всю еду. Вот тебе глянь, сколько наварилишь. Теперь это все тебе одному и Лирику. А это не трогай. Это Мирина. Пойдем, Марсюнчик. Пошли. Марсик, нельзя. Пойдем, пойдем. Выходи. Все, видишь, ты уже пообщался с Мирой. Не-не, все, пока хватит. Я не буду рисковать надолго вас двоих оставлять. Ты уже, ну, правда, я боялся, что вдруг там произойдет какая-то. Все может быть. А, ты уже пищит. И ты пищишь. Ты тут прям плачешь. Это что такое? Выходи. Выходи. Мира. Ну вот, видишь, вы уже пообщались с Марсиком. Жорик уехал. Выходи. Давай, быстрее. Ну, в общем, вот такое вот у нас видео. Прощание с Жориком, да? Или Жорик уезжает, сейчас подумаю. Ну, он приедет через неделю. Конечно. А ты подрастешь к этому времени уже. Он тебя не узнает. Скажешь, что это за девочка такая уже взрослая? Пошли. А ты скажешь, это я, Мира.